Привет, народ! Наконец-то долгожданное видео. Приехал первый человек, который сидит сейчас напротив меня в кабине. Взрослый человек, а рожа стоит. В общем, я извиняюсь, что отвлекся от темы. Это он просил не называть его стажером. Сейчас трактор проедет. Поэтому это не стажер, это, смотрите, человек приехал с визой. Немножечко покатается, можно сказать, как напарник будет. Приехал на 4 дня, в четверг я уезжаю в Польшу, высажу его по пути в Германии. Дальше он вам расскажет сам. И за это время будет, естественно, ездить, парковаться, загружать, разгружать прицепы. Все делать, в принципе, то же, что и я. Чтобы с этих дней максимально извлечь пользу. Ну, заодно, как минимум, вот в Голландии он не был. Я думаю, сегодня будем ехать в Голландию, скорее всего. С утра только его подобрал, сейчас в 6.40 где-то подобрал его, и сейчас у нас 2 часа дня, подъехали только на третью выгрузку. Поспрашиваю немножко, как его впечатление в целом обо всем, кто, откуда, как, смотрите. Вот он. Привет, народ. Молодец. Так, ну расскажи вообще немножечко, вкратце. Как тебя зовут? Откуда ты? Зовут меня Андрей. Я с Украины, из Киева. Классно. Сейчас я в отпуске. Но, может, подумаю менять работу. Смотрел я много на YouTube разных дальнобойщиков европейских. Ну, нашел я Юрия. Он так, все честно, неплохо рассказывал. В одном из его видео он сказал, что может пригласить к себе сюда постажироваться. У меня уже виза просто есть. Шенген виза. И так как, повторюсь, в отпуске, я решил приехать к нему и поездить с ним. Написал. Он мне перезвонил, сказал, окей, можешь подъезжать. Подъехал, познакомились с ним. И так, пока полдня катаемся вместе. Отлично, рассказал прям даже больше, чем я планировал с первого раза. Смотри, я думаю, такой вопрос будет интересен всем, что ты, в принципе, хочешь поработать водителем в Европе, правильно? Ну да. До этого ты ездил вообще на машине, на грузовой, скажем так? На фуре, ладно, на фуре ездил. Грузовой опыт у меня только там 10-11 класс. Я ездил на КАМАЗах и все, в принципе. А так все время, ну, водительский стаж у меня большой. Там, с 96-го года у меня права АБЦ. Ну и все, я, в принципе, ездил на легковых и на, скажем, таких пятитонниках. На фурах, на таких больших. Ну, вот 10, как минимум, 15 я не ездил. Сами права у тебя давно, да, уже, вот, которая С категория, правильно? АБЦ, да, с 96-го года у меня. Так, здесь еще такой момент. Ну, естественно, это вы понимаете, что за посмотрел мое видео о опыте. Мы не будем никому говорить, что опыта как бы нет. За это время нужно сделать так, чтобы все поняли, да, что опыт есть. Говорим, что в Украине работали нелегально, в это все верят, и будет опыт. Дальше еще такой момент. Возможно, это видео выйдет, скорее всего, с опозданием, потому что я, во-первых, еду домой и... Проблема здесь с интернетом, поэтому скажу, сегодня у нас 6, да? Или 7? 6 июля. 6 июля 2015 года. Вот многие люди еще интересуются проблемой пересечения границ в наше время, как с Украины, как нас слушают, там снимают, скидывают поездов. Как мы видим, здесь человек со мной в Германии. Никаких проблем нет. Вот. Если есть шенгенская виза, берете, садитесь поезд, в автобус, в самолет и вперед. Все. Я границу пересекал на машине и пересекал ее буквально час. Это с украинской и с польской границы. Все. Никто нигде не спрашивал. Ничего не спрашивал. Все отлично. Ну еще, наверное, спрошу, какая все-таки, как я-то уже знаю, какая вот виза у тебя, скажи, как ты сделал визу, как сюда попал? Ну, виза у меня уже и по
почти год. Она открыта. Моим, ну, у меня виза бизнес виза. И она еще у меня действительно там пару месяцев. Okay. Ну то есть если просто, смотрите, я еще дополню, если получится, находит здесь работу Андрей, то ему нужно будет аннулировать визу свою, вот эту бизнес, и нужно будет делать рабочую. Да, рабочую визу, потому что две визы так нельзя будет сделать. В общем, я не знаю, что еще спросить. На момент, когда вы будете это смотреть, уже я не смогу ему задать вопросы, хотя я думаю, смогу, если устроиться там, ну, возможно, он и сам уже вам сможет ответить где-то в Ютубе. Или как у него будет с интернетом со временем, или мы по телефону уже будем, как я в Германии. Так что все-таки можете написать, что вам интересно. Я что знаю, дополню сам. Но смотрите, как бы это первый человек, все-таки, который приехал. Ну, я думаю, это вам даст понять, что я как бы не шутил. Нормальные люди, которые, еще раз повторюсь, адекватные люди, можете приезжать. Но, как Андрей спросил, это как ты узнаешь, адекватный, неадекватный? Да как, вот мы встретились сначала вчера, потом договорились, что завтра я его заберу на автобане. Вот я говорю, был бы неадекватный, я говорю, стоял бы ты на автобане, и все, я бы отключил телефон и поехал. Да, ну, парень хороший, я думаю, все нормально, научим его. Уже сегодня разговаривали, звонили за работу, за фирму, за какую-то. Но об этом все подробнее. Обязательно сниму, как он будет первый раз пробовать парковаться, как ездить, как вообще с ним разгрузку-загрузку, пока вдвоем очень мне поможет вторая пара рук. В общем, все, ребят, будут вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока.